Михаил Григорьевич, с каким настроем команда полетит в это сложное турне? Ну, конечно, когда команда побеждает, и в такой тяжелой игре, как с «Нефтехимиком», конечно, всегда, во-первых, и такое облегчение, можно сказать, ну и радость, и, естественно, хорошее настроение, позитив. Сейчас готовимся к тяжелой выездной серии, очень сложные игры, потому что другое время, долго лететь, но все это, естественно, накладывается. Но здесь надо... Главное быть готовым головой и сердцем для того, чтобы бороться и выкладываться на 200%. Все три команды очень хорошие, очень серьезные. С Куньлунем нам надо отмазываться за свое поражение, которое было там. Это, наверное, будет первая игра, она самая, наверное, такая сложная. В ней нужно очень-очень хорошо к ней подготовиться и сыграть. Следующие игры, они уже как бы двигаются от первой игры. Ты выиграл первую игру, у тебя уже настроение лучше, есть определенный запал, есть определенный настрой на следующую игру. Чем меньше проигрываешь, тем всегда легче играть. Ну, а вообще выигрывать всегда тяжело, а проигрывать всегда легче.